Дом болельщиков мы его отправили, друзья. Действительно, очень приятно получить из рук главного тренера и олимпийского чемпиона вот такой подарок или сувенир, который будет, естественно, у нас находиться в доме болельщиков во время игр в Рио-де-Жанейро. Но я бы еще хотел сказать, я раньше всегда получал анекдоты от Александра Борисовича. Теперь перчатки по всему снять.